преддверии дня травматолога наша съемочная группа посетила краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Об особенностях своей профессии рассказал победитель регионального этапа Всероссийского конкурса медицинских работников в номинации «Лучший травматолог-ортопед» Иван Плотников. Хороший травматолог соберет раздробленную кость буквально по кусочкам. Иван Плотников в травматологии уже 14 лет. В отделении сочетанной травмы, где работает Иван Алексеевич, выполняется сложнейшие операции по лечению множественных переломов. По его словам, если раньше, после перелома бедра, человек реабилитировался около 8 месяцев, то сейчас этот процесс значительно сократился. Перелом бедра, устанавливается штифт, пациент выполняется дуплексное исследование. Если нет осложнений со стороны тромбозов, то пациент активизируется на вторые сутки. Иван активно занимается наукой, готовит докторскую диссертацию. Он автор 37 печатных работ и 4 методичек. Первую операцию травматолог провел, еще будучи студентом. Первая операция – это у нас скелетное вытяжение. То есть это в интернатуре. Каждый обязан научиться. Это очень, очень волнительно. Прежде всего, принцип какой главный, нас всегда в институте учили, что главное не навредить, да, то есть сделать так, чтобы хуже не стало. Вот это, конечно, определенное волнение добавляет. Ну, как говорится, первый блин был не комом. Коллеги ценят врача не только за высокий профессионализм, но и за душевные качества. Хороший специалист, хороший человек, положительный очень. Семья у него, двое детей, то есть человек успевает все делать, что нужно. Вот, поэтому мы рады, что у нас такой человек трудится. Помимо работы, Иван увлекается туризмом и каждый год ходит с коллегами в горы. А еще в этом году он стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса медицинских работников в номинации «Лучший травматолог-ортопед». Таисия Чемисова, Сергей Седых, новости.